Здорово всем, ребят, сегодня у нас бой на М48 с камуфляжем вот такой вот зверюга, да, зверь, ща посмотрим, ой, какой красивый. Так, М48 я еще не выкачал, а кто выкачал, обязательно делитесь своими впечатлениями, статюжный ли это танк, или все-таки он для всех, ну или хотя бы для среднего, да, игрока. Так, ну а пока тут разъезжаемся. Хочу поблагодарить всех подписчиков за подписку, лайки, комментарии и активность на канале. Ну а кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик и прожимайте лайк. Ну что, на горочку у нас уже боец забрался. Итак, здесь у нас ТВПХ и Викерслайд. Ага, а наш боец один? Нет, нет, не один. Ну что, под... Ай, не прошло по ТВПшечке первый выстрел, не прошло, не прошел. Есть, по Викерс уже получил разочек, отлично, вообще хорошо. Ах ты, ты смотри, как успел, блин, увернуться. Да не-не-не, сейчас наш игрок по-любому... Есть, хорошо, успел. Вот теперь можешь отъезжать, вот это правильно. Очень аккуратно. Боец действует, аккуратно, не высовывается. Вот я бы уже рванул. Я бы уже рванул, все, почувствовал бы смелость. Нифига себе, можно рвать. Так, ну там на фланге идет борьба потихеньку. Так, наша ТВПшечка заваливает. С другой стороны забирает Викерслайда, да? Есть, да, хорошо. И теперь наш игрок с ТВПшкой. ТВПшка ушел, наверное, на перезарядку. Да, и надо добирать эту ТВПху. Давай, давай, куда этому? Чё это? А, ух ты, пытайся спетлять. Есть, отлично, на гуслю. И теперь точно уже не спетляет. Теперь все. Домой. Есть, в ангар ушел. За кем следующим? Опа, тестолетик подогнал. И на Т-110.5 теперь вкатываем. Ну, счет пока 2-2. 2400 уже урона у нашего бойца. Ай-яй-яй, на гуслю. Есть. Опа, там бабах, надо быть аккуратным. Ой, хорошо, еще раз на гуслю Т-110. Не-не, теперь тебе торбо, походу, Т-110. Есть, вообще... Не, епятый, теперь тебе тут точно уже не убежать. Ой, еще и не пробил. Все, дуй, дуй уже в ангар, давай. Ух ты. Блин, чуть-чуть довернул и не пробил. Ну ладно. По бабулькиному надо. И, ух ты, успел. Не финта себе. Вот это хорошо. 3700 и все. Пока я тут лялякал за Т-110.5, да, и засматривался. А счет-то уже 1-4 остался наш боец. 3-6. Блин, буквально за пару секунд, сколько тут прошло, пока разбирал Т-110.5. И разобрались остальные все союзники. Молодцы, это уже прям, как у меня в бою прям. Ух ты, так, хэвик, 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 есть, хорошо. Что-то хэвик долго выцеливает, в каком камуфляже блатном. И хэвик очень сильно, походу, хотел прицелиться, так хотел прицелиться, что же башка слетела и сразу свалил в ангар. Наш боец вообще красавчик. Красавелла. Так, уже 1-3. А кто у нас там? Там гриляха. Опа, ой, как бы хорошо залетел вертухачик в бабаху. Так, тот бабаха у нас получается гриль и все тот Т-110.5. Опа, гриляка получил. Т-110.5. Так, все, я смотрю, они окружают нашего игрока. Есть, Т-110.5 отвалил. Ух ты, как спереди бабаха, сзади гриль. Опа, на 200 аж это... А, это гриль фугасом хотел. 5300, извините, 5700. Тут не успеваю, счетчик урона поднимается у нашего бойца, мама не горюй. Есть. А, гриляк у нас фугасный, походу. Вот как крутится красиво, красиво как боец. Вот это игра. Красавец вообще. Так, бабаха, что ж теперь? 1-1. А, бабаха эта штука. 6400. 6343, да, без копеечек. И захват бас идет не в нашу пользу. Ну что, ну что, ну что, ну что. Так, тут накаливается уже ситуация идет. 1-1. И захват идет. Надо действовать по-любому, только как. Интересно, как бы я действовал? Напишите в комментариях, кто бы вот как бы действовал в такой ситуации. Вот сейчас, прям оказавшись на его месте. На месте нашего игрока.
Давай, давай. 900 уже захват. Так, первый пробный. Ну что, 915. Есть, хорошо, бабаха на 414. Теперь по-любому надо вкатывать, кружлять ее и забирать. Да? Надо только успеть. 940 уже очков захвата. На гуслю есть, отлично, 950. Давай, 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 давай. Есть, про... есть на 400 минусов, 965, 970. Давай, давай, пару секунд остается. Ёп, не пробил. А, 985. Давай, 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 990. Есть. О, красиво, вот это красота. 7550 урона. 1 в 4. Пятеро уничтожено. И Колобаныч, и Войны, и Мастер. Вообще бой супер. Игрок красавчик. Это вынос мозга. Вообще так держать. И успехов еще и побольше таких боев. Так, ребят, огромное всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайк, комментируйте. Кто подписан, молодцы. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк и прожимайте колокольчик. Всем спасибо, пока.